Губернатор Владимир Владимиров сегодня встретился с представителями актива регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они передали пакет с общественными предложениями, которые поступили в ОНФ от жителей региона. Всего в списке 16 пунктов. Это строительство и ремонт дорог, защита прав работников бюджетной сферы, вопросы экологии, развитие коммунвод, экономики и социальной сферы. Мы этот документ, можно сказать, внимательно изучим, поверьте, это не так. Мы его будем выполнять, потому что то, что сегодня говорят наши граждане, это и есть план нашей работы на ближайший год. Поэтому здесь нам нужно будет совместно работать, выработать, ну, скажем так, механизм контроля за исполнением всех этих. Не могу сказать, что это поручение. Слушайте, это крик наших граждан. Здесь только одно надо работать, и будем работать совместно. Это не первая такая встреча. В прошлом году активисты передавали губернатору такой же пакет предложений. Некоторые уже удалось решить. Мы видим изменения в законах, мы видим изменения ситуации, мы видим, что к нам уже приходят министры и отвечают на очень неудобные вопросы. Пришло понимание, что не изменив мозги и отношение к людям, чиновники не слышат людей, работать уже просто не могут.